Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Моя основная сейчас деятельность – это воспитание моего ребенка. Я молодая мама, моему малышу всего лишь год. Я в прошлом профессиональный военный. Я офицер в запасе, я работал на СТО автомате. Учился в техникуме у нас бухгалтера, и после этого я пошел работать сантехником. До начала этого бизнеса я работал в охране. Из хозяина гаража я вырос хозяином мебельной фирмы. Собственное производство и салон. По профессии я бухгалтер, но последние 5 лет занималась предпринимательством. Преподаватель Академии медицинской культуры. Я в прошлом водитель-профессионал. Я в прошлом доктор, закончил медицинский институт. Занимался продажей картин. Я предприниматель. 10 месяцев назад я находился в очень жуткой финансовой ситуации. Последние 7 лет я продавала косметику. Я слесарь 3-го разряда на компрессорной станции. Бывший слесарь. Я многодетная мама, у меня 3 детей. Я в прошлом занимался дизайном. Раньше работал в милиции. Мне 22 года, и я живу в Уфе. Я из Севастополя, мне 38 лет. Я из Одессы. Из города Краснодара, мне 30 лет. Из города Перми, мне 48 лет. Я из города Краснодар, Россия. Западной Украины. Мы живем в маленьком городе, где зарабатывать такие деньги практически нереально. Я из Днепропетровска. Я живу в Беларуси, мне 24 года. Первый же месяц я заработал $1000. Буквально через 2 недели мне удалось заработать $350. На сегодняшний день я заработал здесь уже более $4000 и, конечно же, уволился с работы. За первые 3 недели, друзья, я заработал $1000. Такого головокружительного и стремительного роста я еще не встречал нигде. За 3,5 месяца мы заработали $6360. И это только начало. Познакомившись с этим бизнесом, я в первую же неделю заработал $350. В первую неделю я заработал около $350. Мой доход в неделю более $1000. Первый месяц заработал $800. Заработал около $4000 за 4 месяца. Последний чек $450. За 7 месяцев я заработал более $7000. За 10 месяцев я заработал более $50000. Еще и автомобиль получил в подарок. За все это время я уже заработал $5000. Не напрягаюсь. А первые 10 дней, как я стартанула, я заработала $400. За первый месяц заработал $400. За второй 800, за 8,5 месяцев я заработал более $8500. Сейчас, спустя 8 месяцев, я вышел на доход $2000 в месяц. Заработал за это время примерно $9500. За 4,5 месяца мы с мужем заработали больше $8000.